525 миллиардов тенге из числа возвращенных государству активов потратят на социальные проекты. Такое решение сегодня приняла специально созданная комиссия. Напомню, с начала года в оборот государства уже вернули незаконно приобретенные активы на сумму больше 900 миллиардов тенге. Их направили на строительство нескольких важных для населения инфраструктурных объектов. Сегодня же стало известно о новом соглашении по возврату больше полутриллиона тенге, о том, что на что потратят эту сумму. Часть денег перечислят в специальный госфонд, ну а другую отправят на финансирование строительства спортивного комплекса для одаренных детей в городе Аркалыке, центра реабилитации в столице и тренировочной базы для людей с особыми потребностями в Алматы.